Ребят, готовим окрошку. Готовим прямо такую большую сразу кастрюлю. Тут пол кастрюли у нас. Охладим ее и в холодильник. Сырогаш у нас, биокефир. И там пойдет. Вот такая красотень, ребятки. Все. Солю, перчу и разбавляю. Лето прошло, а мы с Саньком сидим, говорим, мы даже не ели ни разу эту. Санек наяривает этот огурец. Огурцы. Огурцы наросли. Но огурчище. И сидим, я говорю, что-то мы с тобой, даже редиска у нас с тобой была, и мы с тобой так окрошку не сделали. За все лето, ребятки. Все мясо. Ну вот, сейчас вот пока в отпуске, наделаю окрошки. И порадуем, да, Саша? Прям окрошки хочется. Ну все, ребятки, делаем окрошку. Там Руднинский, город Рудный. Все, ребят, красота, крошечка. Со своей зеленью, со своей картошкой, со своими огурцами. Единственное, покупные яйца и колбаса. Надо заводить курей. Все. Всем приятного аппетита. Собрала базилик. Посушу его на зиму. Сначала высушу хорошо. И потом пробью в блендере. Ну, обычно я так и делаю. Привет, мои хорошие. Приехали мы домой. Сегодня четверг. Ребят, посмотрите уже, как все за окном желтеет. Все, мои дорогие, приходит осень. И от этого становится как-то грустно. Но никогда не денешься, правда ведь? Любое время года по-своему хорошее, с какими-то своими красками, с какими-то своими, как сказать, явлениями природными. Осень я тоже люблю. Особенно люблю, когда пахнет вот этой вот уже опавшей листвой, особенно после дождя. Вот. Приехали домой, ребятки. Побыли мы сколько? С субботы до четверга. На даче поделали дела. Ну, не стала уже снимать. В основном сейчас, ребята, у нас идет уборка урожая. Вот. Жарили шашлыки, делали окрошку с картошкой. Все как-то так. Собрали урожай. Родителям отвезли. Себе собрала. Буду, ребят, закручивать банки. Потому что на даче крутить нету возможности. Раньше крутила на даче. Сейчас не кручу из-за того, что никак у нас не раскачается скважина. А скважина идет у нас песок. Еще пока идет в скважине, ребят, песок. Поэтому плохо с водой и холодно уже. Уже, знаете, прямо такая погода, вот что-то как-то рано. Август прям холодный. Днем вроде тепло, вот сейчас днем плюс 20. Видно, нет? Плюс 20, ребятки. А ночью уже 10-12. Обещают заморозки, не знаю, будут, нет. Но что-то обещают. Собрали овощи, буду крутить банки. Собрала яблоки. Хочу закрыть такой, знаете, как густой джем. Я обычно это делаю потом зимой на пирожки, на пироги, на всякую разную выпечку. Да и просто так можно кушать такое варенье. Мама мне скинула видео с этими
Арбузы она закрывала маринованные на зиму. Вот я, ребятки, соберу, такое сборное сделаю видео. Вот. И буду, конечно, с вами делиться, что я буду закрывать, какую консервацию буду делать на зиму. Так что, кому интересно, оставайтесь с нами. А я для вас, ребятки, буду что-нибудь снимать, мои хорошие. Ну все, поехали. Ну вот и Кузька. Арбузы подготовила. Сейчас поставлю воду кипятить. Буду закрывать арбузы. Вот с одного арбуза получилось 4 двухлитровые банки. Остался кусочек арбуза. Это на 7,5 килограмм. Ну, где-то, наверное, грамм 400 осталось. 7 килограмм вот здесь. Так что сейчас буду закрывать. Ну, пока. Как закрою, покажу. На 1 литр воды. На 1 литр воды 1 столовая ложка соли и 4 столовые ложки сахара. И десертная ложка 70% уксуса. Вот так. Так что как закрою, покажу. Пока. Ну вот, Викуська, 4 банки закрыла. Все закатала. Сейчас укутаю. И будем ждать результата. Какой будет результат? Ну ладно. Давай. Пока. Ребятки, ну вот, привезли урожай с дачи. Забыли укроп. Отправила Санька за укропом. А в машине. Ну вот. Ну вот. Сейчас буду, ребят, разбирать, чтобы все было видно, что да как. Все, мои хорошие. Кому интересно, оставайтесь с нами. Собрали яблочки, ребят. Ну, они такие полузеленые, где такие синенькие. Я тебя поздравляю и счастья любви желаю. Букет из хрена укропа подливаю. Ой, выдумщик. Ой, выдумщик, Сашунок. Кабачки на ужин. Ребят, вам дарили такие букеты? А? Кузька, ты ребят, дашь? А мне вот дарят. Дарят такие букеты цветов. А? Еще и в целлофановом таком пакете. Вот так, ребятки. Ай, Санек. Ой. Так, короче. Зелень, яблоки, баклажаны синие, белые. Так, картошка. Картошка. Уже копаем, ребят, кушаем свою картошку. Чего ты тут? Муся, заняли твое место. Так, ну это зелень на закрутку. Всякие листики, бархатцы, рябина. В общем, так, ребят, я не знаю, интересно, рябина сладковатая? Ну, не такая горькая. Так, ну и зеленушка. Все. Буду закрывать. Так, еще нам надо будет докупить помидоры. Перец, Саш, где-то. Перец. Куда я положил перец? Перец, давай, что там еще? Уже обзорчик сделаю. Да, вот кабачки. Так, ребят, 2 кабачка. Это все с дачи. И только перец вот здесь под этим, под помидорами. Ну поставь себе. Наша редисочка. Так, это ведро помидор или нет, там перец? Там перец и огурцы на соленье. А, ну все, не выкладывай, вон, Саша. Вон перец, вот видишь, вон он. Не надо, все. Вон перец. Угу. Перец. Все, там перчик. Да, горький. Горького маленький, который? Маленький. Я не сорвал его. А что? Я куплю красный лучше. Он, Саш, ну наш-то поспел тоже. Да, ну ладно. Ну ладно, наш добавим в эту, будем добавлять в хреновуху. Ну, так, ну и сверху вот тут, ребята, помидорки на салатике. Огурчики. Огурчики. И вот здесь тоже огурчики. Ну это на салат. Ну да, на салат. Закрывать. Закрывать у нас, ребят, мама крутит огурцы. А мы вот такие
собираем. Это вот мы. И там еще в ведре, да, Саша? Да, в ведре там. А это на салатик. Ну и все, ребятки. Буду заниматься закрутками. Все, приехали с дачи. Ой, вкусная рябина. Нашла рецепт, ребят. Какие-то помидоры с рябиной. И огурцы с рябиной. Не знаю. Попробуем. Одну баночку закручу. Напробуем. Ну, может, две. Посмотрим, ерунда, не ерунда, верить интернету или нет. А вообще буду закрывать свои рецепты, ребятки. Ну все, кому интересно, оставайтесь с нами. Ребят, ну вот. Ребятки, ну вот, привезли урожай с дачи. Сейчас буду показывать, что тут под мешками. Ребятки, ну вот, перчик. Чашка помидор получилась. Это вот редисочка вторая уже за сезон. И вот эти вот крупные пойдут у меня на салаты. А вот эти помельче закручу, ребят. Закручу в баночки. Может, сделаю ассорти. Пока еще не знаю. Так. Привезли еще чашку окрошки с собой. Еще раз дали всем, ребят. Маме завезли. Бабушки завезли. Короче, всем досталось икрошки. И забрала вот эту кастрюлю. Сейчас буду мыть. Он разлила все. Переливала. Вот она мне нужна будет для закруток. Дачная моя кастрюля. У меня дома таких больших кастрюль нет. Ну все, сейчас тут убирать надо. Все, ребятки. Приехали с дачи. Со своим самоваром. Что мы еще купили? Купили две упаковки. Крышек вот таких. Купили две баночки томатной пасты. И купили уксус 9%. Еще надо будет... Не знаю, посмотрю, у меня тут есть 70% или нет. Вот. Еще надо будет сахар и соль. Потому что сахара... Сахара, Саш, маловато. Да. Ну все, ребят. Ну, пересла специи, Саня говорит. Все, мои хорошие. Все, остальное все в видеорецептах. А что это тут за... Кто на моем месте лежит? А? А кто прям лежит на руке у Сашонка? А? Это что за... Тут вообще развели? А? А? Че, спишь, дрыхнешь? Слепит тебя, да? Вспышка слепит. Кто там у себя мяукает? А? Ай, как хорошо. А? Ай, как хорошо. И вот так вот. Все, мое место занято. Ты что, младшая жена? А? Ты младшая жена? Ух ты ж. А что ты бесишься? А? А, мысь? Мысёна? Ладно, дрыхните. Ребятки, варю полезную кашку. Кашу всегда, знаете, как варю? Смешанную. Вот у меня тут ячневая крупа и кукурузная. Не знаю, мне так больше нравится. Вставаем сюда маслечко. Кусочек. Все. Кашка готова. Всем приятного завтрака. Собрали вишню. Ну, то, что показывала. Все, сейчас мою. И вот так вот на полотенце все это складываю, чтобы она вся просохла от влаги. И морозилку, ребят, на зиму. Красотень, красотень.
Чего ты за мной следишь постоянно, Муся? А? Муська. 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 Ай, кому жить-то хорошо, да? На улицу выходить не надо. Так, ребят, черная смородина. Сейчас мы ее промоем. И заморозим. Красота. Красота. На зиму витамины. Так, ребят, ну все, вот так вот вытаскиваем смородинку на полотенчик. Все, чтобы она просушилась. Как просушится, и сразу в морозилку. Красота. Ароматная, полезная красота. Так, ну все, вот так вот сушится наша смородинка. Вот. Все. И потом пакеты, ребят. И морозилку. Витамины на зиму. Ну, Сёна, ты чё сидишь? А? Сёна? Ну, Сёна сидит, да, на раскорячку. Да, мы Сёна. Ребятки, собрали вот яблоки. Сейчас порезала. Сделаем как, ну, на начинку для пирогов, булочек на зиму. Вот сейчас они у меня постоят в сахаре. Яблоки очень сладкие, медовые. Получается, на килограмм яблок я кладу полкило сахара. Вот здесь у меня получается 4 килограмма яблок и 2 килограмма сахара. Все, ребятки, сейчас вот постоит и буду кипятить. Ребятки, ну вот, получилось вот такое вот яблочное варенье. Не варенье, но вот на зиму очень хорошо в пирожки, в пироги. Вот они такие вот, знаете, яблочки все как карамелизированные. И просто с чаем вкусно. Даже просто на бутерброд. Хлебушек с маслом. Либо слайсу с маслечком. И вот такие вот яблочки. Вот такая красота. Карамелизированные яблоки. Ребятушки, до боли любимый пирог детства. Помню, в детстве пекла каждую неделю. Вот у нас был такой урок, называлось «Домашнее хозяйство». Вот мы на этом уроке всегда что-то делали. Совсем забыла про этот пирог. Вот сейчас хочу, ребятушки, выходной испечь такую красоту. Что получится, посмотрим. Если что, рецептик оставлю под видео. Ребятки, вот растопила шоколадку и добавила немножко, ну, где-то с полбаночки сгущенки. Все, крем готов. Зебра у нас будет с кремом. Сейчас буду ее обмазывать. Ну все, ребятки. Все, получилась такая. Я ее вверх дном, потому что форма у меня такая, как чашеобразная.
Вот. А вообще я сладкую выпечку очень-очень редко делаю. Но вот по просьбе домочадцев решила сегодня побаловать зеброй. Все, сейчас вот я ее обмазала. Вот старенький у меня такой лист. Ну, не обращайте внимания, я ее потом. Сейчас вот она у меня схватится, крем. И потом перекладу на другую тарелку. Все, ребятушки, вот такая зебра. Все, украшать больше ничем и не нужно. А если есть ягоды какие-то, можно ягоды, цукаты. Вот, какие-нибудь орешки. Все, в разрезе потом покажу.